Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня очень интересная тема. Такой не было еще пока, по-моему, на канале. Ну, уже столько, такое количество тем, их просто сотни. И многие из них даже не повторяются. Хотелось бы, конечно, не зависать на чем-то банальном. Но вот сегодня одна из таких небанальных тем. Кто скоро вас покинет и при каких обстоятельствах это будет? То есть, скорее всего, это что? Это человек, допустим, просто решит уйти. Или будут какие-то объективные обстоятельства, например, работу поменять. Нужно уехать человеку. Всякое же может случаться в жизни. И вот мы сегодня и посмотрим, в каком ключе это может быть. И вообще, может быть, вас особо и не ожидает эта ситуация. Может быть, действительно, для вас каких-то покидающих вас людей не будет. Но в этом случае мы тогда просто посмотрим, какие обстоятельства наиболее значимые для вашей жизни будут в ближайший месяц, например, для вас. Давайте все-таки фигурки какие-то сегодня возьмем вспомогательные. Я предлагаю по круглому пройтись. Что это означает? Это у нас будет яблочко, пойдет оно на третью позицию. Это у нас будет замечательный апельсинчик, который отправится на вторую позицию попой кверху. И персик тоже, который у нас вот сюда на первую позицию уляжется, и вы можете для себя уже выбирать, какая позиция, какая фигурка может быть вам ближе и интуитивная. Если вы захотите на любую тему для себя получить индивидуальный расклад, в прикрепленном комментарии и в описании к этому видеоролику ссылка на видео, в котором я подробно с уважением к вам рассказываю, как именно вы можете получить индивидуальную консультацию для себя. Что для этого нужно? То есть здесь имя, фото, дата рождения тех людей, которых мы смотрим желательно. Можно смотреть и без этого, просто тогда не будет, скажем так, льготных условий на просмотр. Если человек хочет смотреть без имени, без фото, без каких-то других опознавательных данных, все это можно, естественно, смотреть, и это не проблема. Но в любом случае просто для вас будут, скажем так, чуть более сложные условия в таком случае в финансовом эквиваленте. Ну и у нас сегодня три позиции, первая, вторая, третья по порядку выкладки. Вы можете загадывать в любом порядке, а мы начинаем сегодня с позиции номер раз. Давайте с первой позиции начнем и посмотрим, что же у нас будет по первой позиции. Ой, апельсинчик покатился. Тоже ему очень хочется в кадр, но он попозже у нас в кадре будет. Давайте посмотрим. Есть ли у вас вообще ситуация, что вам в ближайшие месяца три придется прощаться с каким-то человеком? Ну, вы знаете, здесь вот очень интересные такие обстоятельства ложатся. Однозначно вы будете достаточно серьезно переживать. У кого-то это будет серьезное переживание, прощание. У кого-то это мужчина знака воды или воздуха, эмоциональный, капризный. К сожалению, кто-то столкнется и с тем, что человек в мир иной уходит. И это будут достаточно сильные переживания. То есть, если у вас сейчас кто-то очень сильно болеет, например, то на ближайшие месяца три, может быть, немножко больше, здесь может быть история, когда, к сожалению, человека не станет. Может быть такое. Если никто не болеет, если все хорошо теоретически у вас, то это может быть достаточно болезненный разрыв отношений. А кто-то может сказать: «Я потерял частичку себя». И я насчет этого, скажем так, долго переживал, но потихоньку нахожу гармонию. Потому что здесь будут даже те люди, которые как будто бы отчасти себя, от какой-то вот, от какого-то подобного варианта общения с окружающим миром отказались, да, и потом вдруг они себя находят в чем-то, в другом, например, это смена профессии для кого-то будет, потому что у вас здесь реально переживания ложатся, страдания ложатся, ощущение давления в той ситуации, которая происходит вокруг вас, возможно, это завершение определенного периода без конкретных надежд на финансовую реализацию. То есть здесь вот могут быть ситуации, когда человек, который уходит из вашей жизни, либо ваша собственная, да, вот как вы можете этого человека называть еще частью своей жизни, это решение принесет вам затруднение финансового характера в том числе, прямо или косвенно. Что-то злой расклад этот какой-то такой, грусть-печаль. Причем, знаете как, в первый месяц, скорее всего, либо вы будете в какой-то суете и не будете замечать того, что происходит, вот всей тяжести ситуации, а немножечко позже уже тогда может накрыть. Есть такой момент. Причем что-то подобное уже проходило у вас, уже было такое. И будет из области «никогда такого не было», и вот опять.
Случается то же самое. Ощущение, когда не видно выхода, но в итоге какой-то человек, который к вам расположен и позитивно расположен, может быть, даже либо в другом регионе живет, либо общается с вами через интернет чаще всего, вот этот человек может приехать поддержать, и на фоне его поддержки будет легче гораздо. Будете пытаться находить выход, и это будет получаться. Вы знаете, очень важно не впадать в отчаяние, в депрессию и не расстраивать свое здоровье. То есть на фоне истерик, чтобы не было моментов, когда вы сами бьете своим состоянием душевным себя по здоровью. Если вы сами начнете слишком сильно загоняться и будете пытаться вот уходить либо в слишком тяжелый труд для того, чтобы избавиться от того, что вы переживаете, либо вы будете, наоборот, отгораживаться от окружающего мира, это может очень плохо сказаться на здоровье. Если вы с кем-то прощаетесь, постарайтесь это сделать разово, постарайтесь расставить все точки над «ё» достаточно быстро. Для чего? Для того, чтобы не растягивать это удовольствие и не рубить хвост кота по частям. Здесь вот умерла, так умерла. То есть, да, здесь переплакать, перестрадать можно и нужно будет. И если вы видите, что человек сомневается, то есть вот рядом с вами такой человек, который вот, а то ли нужна мне Ниночка, а то ли мне не нужна, я вот даже не знаю, то ли мне с ней общаться, то ли не общаться. Вот здесь вам крайне рекомендуется сделать, даже если вам трудно, собственный первый шаг. И когда по отношению к вам вы видите, да, такую позицию человека, ой, ну нужна, буду, позвонишь, или вот, ну да, я не знаю, хочу я с тобой общаться или не хочу, я не знаю, хочу я отношения, не хочу, просто сами тогда уходите. И, кстати, для кого-то это и отыграется так, что вы сами будете вынуждены уйти. То есть здесь покидающий не столько вас будет человек, сколько вы будете покидать определенного человека или круг людей. И это может быть достаточно тяжело, но по сути это будет вам во благо. Если вы это сделаете красиво, уверенно, ну и даже здесь вот речь идет о том, чтобы вы делали это по собственной инициативе, и да будет вам счастье. Вот такая здесь позиция. Для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте вот такое яблочко. С бочками замечательными. Выложим. Есть ли у вас такая ситуация, что вас будет скоро кто-то покидать? А вы знаете, я не вижу, чтобы кто-то прям вот вас покидал. Здесь больше ситуация, когда вы можете столкнуться с не очень красивым человеком, который вас любит, и с которым у вас в целом отношения хорошие. Вы можете столкнуться с не очень правильным, не очень честным поведением человека, которое касается финансовой сферы. Человек может, допустим, если вы замужем или женаты, человек может втихаря взять кредит, ничего вам об этом не сказать, или взять в долг у кого-то деньги. Но это однозначно будет касаться финансовой сферы, то есть за вашей спиной будет провернута какая-то история, и более того, либо всплывет какая-то старая история, когда, знаете, вот вам придет сообщение о том, что когда-то человек достаточно давний период времени взял деньги, их не отдал, или была какая-то сложность с тем, чтобы решить финансовую задачу какую-то. И вот до вас, скорее всего, эта информация дойдет, причем могут достаточно близкие люди и рассказать эту историю. То есть узнаете не от чужих, скорее всего. Например, может та же свекровь там или, ну не знаю, родственник какой-то вашего близкого человека сказать, ой, да ты знаешь, вот он там 5 лет назад, Ваня занимал деньги и, ну, не смог отдать, и вот так получилось не очень хорошо. Я рада, что сейчас там ты с нами, например. То есть вот здесь, скорее всего, будет ли вас это касаться? Нет, это не вас будет касаться. То есть это нельзя сказать, что какое-то кидалово по отношению к вам в финансовом смысле. Здесь больше та ситуация, когда вы просто узнаете о том, что у человека не очень такое светлое, есть прошлое, касаемое заемных средств. Ну, вы попереживаете, конечно, возможно, вам будет это неприятно. Более того, вы можете даже не совсем поверить в эту ситуацию и сказать, ой, да ладно, скорее всего, это просто кто-то наговаривает. Не может быть, чтобы человек вот таким вот образом поступил. Скорее всего, это не вызовет вообще история, это обсуждение у вас какого-то большого доверия. Ну, и для вас, скорее всего, эта тема будет закрыта.
Если есть какие-то судебные последствия этого, они тоже будут обнародованы. То есть, если какой-то штраф, что-то еще, но это не на вас штраф. Это штраф на некое третье лицо или на того человека, который мог это сделать. Поэтому здесь вас никто не покидает. Просто для вас будет определенный повод пересмотреть ваши отношения с человеком, про которого вы узнаете эту информацию. У кого-то имя Оля еще выходит. Давайте посмотрим. Вы знаете, здесь не думайте, что вас кто-то в чем-то обвиняет. Не надо бросаться в какую-то позицию защитную, то есть там, допустим, что вас обвиняют, что вы с таким человеком общаетесь, или думать, что вам нужно срочно защитить этого человека, опровергнуть что-то и сказать, что да нет, он не такой, вы неправильно думаете о нем и прочее. Вы туда вообще не влезайте. Это вот из той серии, когда не влезай, убьют. Оно не то, чтобы убьет, просто вам туда не надо особенно влезать. Это не ваша проблема, это не ваша война. Вам нужно просто смотреть на то, как с вами ведет себя человек, в том числе в финансовой сфере вашего соприкосновения. Попробуйте договориться о чем-то, что в том числе будет затрагивать вопросы обязательностей или финансовые какие-то моменты. И посмотрите, как человек поведет себя по отношению к вам. Тогда это для вас будет гораздо более правильным и более ценным ответом, чем какие-то слова, которые вы можете слышать, пусть даже от людей, которые этого человека знают давно. Тут как-то вот так ложится у нас все. Это очень интересные нюансы, которые, ну, нужно учесть в рамках дальнейшего общения с обозначенным человеком. Конечно, позиция первое, второе, третье, компот. Но здесь у нас сок апельсиновый фреш нынче у нас случился, апельсиновый. Давайте посмотрим, что расскажет апельсинчик. Ага. Ну, вы знаете, здесь такая ситуация, что либо кто хотел, уже ушел и со стороны как-то может подтявкивать. Новых каких-то моментов ухода нет. Скорее, может быть, наоборот, появление того человека, который когда-то ушел, когда-то не захотел коммуницировать. Вот больше здесь вопрос об этом. Больше вопрос об этом. Может быть, конфликт реально с тем человеком, который уже... А человек, скорее всего, находится в браке. А конфликт может быть связан с состоянием его или вашего здоровья, либо со здоровьем кого-то из родственников. То есть, например, человек был на взводе из-за того, что у него заболела жена, и, соответственно, повел себя, ну, как-то не очень красиво по отношению к вам, например. Вот так может быть. Пересуды какие-то, разговоры. Человек почему-то считает, что вы врете, но при этом не забивает приврать вам. То есть человек может обижаться, может говорить: знаешь, Катенька, ты там не договариваешь мне что-то, или там у тебя какие-то тайные переписки, или что-то там еще у тебя есть. А в конечном итоге выяснится, что сам-то человек вам и врал. Ну, здесь вы знаете как, опять же, правда, понятие такое достаточно загадочное, у каждого своя правда, и у каждого свои причины для того, чтобы поступать тем или иным образом, но в любом случае вы можете понимать, что вы тоже не совсем честны с человеком, вы можете транслировать ему не в полной мере картину того, что происходит. Но пока чьего-то ухода здесь не предвидится. Вот какая-то поездка может быть, либо ожидание поездки, договоренности об этой поездке, которые, возможно, у кого-то уже состоялись. Но это не уход полный человека из вашей жизни, это просто история, когда человек куда-то уедет, либо вы захотите уехать на какое-то время. Или просто поездка к морю, например, у кого-то, да, точно. Кто-то в Дубай собрался, почему-то не уедет из-за работы, возможно. Давайте смотреть. А кто у нас? Лена, по-моему, собралась куда-то ехать. Вы знаете, очень жарко и ярко. Не проявляйте сейчас вот какой-то пыл. Не пытайтесь человека очень жестко и яростно останавливать от каких-то шагов, которые этот человек хочет совершить. Вот что хочет, пусть то и делает. Хочет что-то говорить, пусть говорит. У вас должны быть свои ориентиры или свой какой-то период времени, который вы даете человеку для того, чтобы он вернулся в нормальное состояние. Вы даже можете пока что переключиться с него на некие другие надежды, планы. Поставить себе какие-то новые задачи, какие-то приятности для себя спланировать.
а кому-то вообще есть повод поставить крадник на человека, который это другой человек, это не этот человек. Просто здесь почему-то косвенно идет информация, что вы на кого-то, кто задействован в этой ситуации, имеете моральное право ставить крадник. Но это все индивидуально только просматривается, потому что огульно нельзя, конечно, сказать, что ставьте все всем крадники. Это, конечно, ни в коем случае делать нельзя. Кстати, вы можете взять пример с мужчины. Мужчина знака Земли или огненного знака, старше 39-40, в неплохих отношениях с вами, куча друзей у него постоянных. Вот вы можете взять с него пример того, как он договаривается с людьми о решении определенных вопросов. Он ведет, кстати, себя в этот момент достаточно сдержанно и правильно. И вам его опыт перенять бы, конечно, это было бы неплохо. Вот такая, друзья, здесь выкладка по этой позиции. И я надеюсь, что у всех те близкие и родные, которые очень нужны, которые с нами всегда в нашем сердце, пусть они будут рядом, пусть они живут долго, пусть они будут здоровы. Ну а что касается тех людей, которые должны просто уйти из нашей жизни для того, чтобы не загрязнять ее своим присутствием, ну пусть идут, как говорится, перышками в донышко и пусть себе летят в одном им известном направлении. Всем, друзья, удачи, благополучия, до встречи, до свидания.